На Гомельщине нашли бобручанина, который провел в лесу двое суток. В милицию обратились родственники. В последний раз 81-летний пенсионер выходил на связь со станции Мошны Октябрьского района. Телефон вскоре стал недоступен. Сотрудники милиции с работниками МЧС незамедлительно бросились на поиски. Обследуя чащу, поисковики вышли на след пожилого грибника, но нашел его случайный прохожий. Грибник лежал на земле, прикрытый плащом. Рядом торчал маячок, бумажка с надписью «СОС». Мужчина помог пенсионеру подняться, напоил водой.